Всем привет! Сегодня у нас 14 февраля, поэтому я начинаю влог. Хочу вам показать, как я буду украшать сейчас комнату, что буду готовить. Ну, точнее, я не знаю, буду ли я готовить, либо что-то куплю. Вот. В общем, хочу провести этот день вместе с вами и также его запечатлеть. У нас тут сегодня солнышко, будет ясная погода. Сейчас я буду работать, время 8:20, наверное. Сейчас 8:30 буду работать. И потом еще в 11:30 буду работать и в 2. И между этими перерывами я как раз соберу стол. Сейчас уберусь в комнате, заправлю кроватку и буду накрывать потихоньку на стол. Так что давайте, кому интересно, смотрите дальше. А также хочу всех поздравить с Днем влюбленных, все пары. Кто не нашел свою пару, то обязательно найдет. В общем, поздравляю всех с этим хорошим праздником. Так, ну что, давайте собирать стол. Как-то я уже делала романтик и вместе с вами собирала стол. У меня, кстати, там вот будет сладкий стол на вот том столике, но это попозже. Здесь на кровати я хочу выложить лепестки и, если успею, вот эти синие шарики повешу. Вот у меня еще были шарики, я еще, наверное, шарики сегодня куплю. И надую их, повешу тоже над кроватью, если успею вообще это сделать. Либо Серёга попрошу, чтобы он шарики купил, либо в Ашан заедем, у нас там их много. Так, ну чё, извините, не люблю чокать, но что-то я так сказала. Я вам хочу показать прикол. Сейчас, секундочку. Смотрите, ребят. Сейчас, секунду. В общем, я показывала в обзоре вчерашнем вот эти конфетки. Они стоили 55 рублей, фикс прайс. Я такая думаю, ну, наверное, ну, написано, что здесь 78 грамм. Думаю, ну, никак уж не по одной конфетке тут. Их не 5 штук. Ребята, их тут 6 штук. Сейчас откроем. Открывала немного. И тут я открываю коробку, а тут их... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Так что, если вы захотите дарить кому-нибудь такую коробку конфет, лучше не дарить, потому что это очень смешно. Я считаю, что это... Если ее переложить куда-то, эти конфетки, купить две таких коробки и переложить, то да, то получится нормально. Но так... Но я их выложу все равно. Посуду сейчас намою и выложу в пиалочки. Это мы вместе с вами сделаем. Еще хочу показать, что за сюрприз я приготовила на 14 февраля Сереже. Сейчас я вам покажу, вам принесу его. Я заказала не так давно вот такой купон желаний. Альбом желаний такой. Мне он очень понравился. Смотрите, тут развязываешь ленточку. Сейчас. Открываем. И тут данный купон принадлежит и нужно подписать кому? Исполнение желаний. От кого? Тут, значит, у нас инструкция по применению. Использовать до нужно написать, какого числа. И тут пошли вот такие классные купончики. Неожиданный подарок на день рождения. Это вот ручная работа делала девушку, у которой я заказывала свадебные украшения. Совместная фотосессия, одно любое желание. В фикс-прайсе я тоже покупала такие желания, но я буду использовать и те. Потом совместная пробежка, просмотр любого фильма, прогулка с семьей и так далее. Но это я вам попозже покажу.
В общем, и еще я хочу подарить Сереже духи. Но духи мы будем выбирать с ним вместе. Я люблю подарки, которые нужны, выбирать вместе. Поэтому у нас ритуальный. Давайте перекоп. Сначала украсим столик. А я хочу сюда вот этот вот цветочек только в другой угол. В общем, смотрите. Сюда я подарки положу. Все, которые я ему подарю. И сладкий стол сделаю. Такой мини-сладкий стол. Так что давайте приступим.
Thank you.